вы дошли до 1/8 и против Амкала играли. Довольно крутой результат для первого сезона. Как вообще оценишь ваш путь? Я вообще оценю нашу команду. Я считаю, это самая такая интересная из новичков команда. Мы прошли сюда единственные из новичков, показывали свою хорошую игру и доказали, что из любой ситуации, даже будь она плохая или неважно, можно выбраться. Бог был где-то на нашей стороне, где-то очки, кто-то потерял, челюсть, не челюсть. Мы здесь, значит, мы это заслужили. Здесь как сыграли, так сыграли. Но, опять же, мы здесь, мы на этих стадионах играем, показываем себя, и дальше будет только лучше. Я считаю, что мы проделали большой путь, и результат этот хороший, потому что мы здесь. А было вообще в голове, что есть шанс вот выйти в 1/4 сыграть против Тудроц? Да, да. То есть мы сюда выходили, все говорили, что все, Амкал Тудроц, 1/4. Мы так не думали, и до последнего хотели доказать, что то, что они думают, не так. Ну, не получается немножко. Ну, в следующем сезоне еще цели ставить себе, и Кубок Лиги еще будет. Да, Кубок Лиги, и там мы скажем свое слово, а на следующий сезон, ну, выигрывать финал, и все, нам это по силу. Вы видите, что нам по силу, нам чуть сыграться, чуть-чуть доработать где-то моменты сзади, и все будет отлично.